В минувшие выходные свой юбилей отметил административный центр Лаяховского района, поселок Чакурдах. Одному из интереснейших поселков севера Якутии, Чакурдаху, исполнилось 80 лет. История поселка напрямую связана с открытием в 1936 году первой районной больницы, Лаяховская центральная улусная больница имени первого врача Лаяхи Сергея Мокровского. В этом году также отметил свой 80-летний рубеж. Праздничное мероприятие, посвященное юбилею дате, состоялась в этнокультурном центре Инди. В этот вечер чествовали ветеранов здравоохранения, жителей поселка Чакурдах.